Пацаны, смотрите сюда. Вот это местный бурый медведь. Их осталось всего ничего. Правда, красота. Господи, он собирается на нас напасть! Эй, он же не собирался нападать, он просто себе сидел. Не так громко. Существует техническая хитрость. Какая еще хитрость? Эти хреновые демократы не издавали кучу законов, чтобы нам нельзя было охотиться. Не зря эти демократы меня бесят. Они решили, что нам больше нельзя стрелять в животных, кроме случаев, когда они представляют угрозу. Поэтому теперь, прежде чем выстрелить, мы должны сказать, он собирается напасть. Ты такой умный, дядя Джимбо. Джимбо, смотри. Эй, ты же олень. Ну-ка возьмем 46-й калибр. Ой, он собирается напасть! Круто! Видели? Этот самец чуть метр, что насмерть не забодал. Кролик на 5 часов, кролик. Давай, пошли, пошли!